Thatcher. Чашка кофе. Ой, спасибо, ребяточки. Кстати, привет. Спасибо за ваши комментарии вчерашние. Но они на самом деле сегодняшние, для вас вчерашние. Это кофта, это термобелье. Я ее одеваю, вот, я так в ней не хожу, в принципе, обычно. Я ее одеваю, когда иду за детьми, или когда на улице очень холодно, но в ней очень тепло. Термобелье. В ней действительно можно быть только в ней и больше ни в чем. И на самом деле, да, эти цвета мне подходят, болотно зеленые, такие коричневые всякие мне подходят, а да, и кстати, цвет волос, да, у меня там есть несколько highlights, и я немножко подсветлила вообще, в принципе, свой номер, у меня мой номер достаточно темный, тройка, четверка, а я вышла на шестерку и сейчас на семерочку выхожу, вот, так что... Ну, я отращиваю волосы, поэтому состригаю только лишь так немножечко нижнюю часть, выращиваю на свой боб. Лонг боб. Ну, не, он не будет сильно лонг, он будет лонг для меня по истечении срока определенного, потому что, в принципе, у меня была короткая стрижка, если вы помните, в начале лета, когда я заканчивала школу, у меня была короткая стрижка. Школу свою весной, летом, почему весной, в июле я заканчивала. Вот, так что... черного кофейку попью сейчас. Мы когда приходим со школы, я всегда должна им что-то маленькое такое перекусить дать и сама как-то отдохнуть, потому что улица здесь была холодно, вообще как-то прийти в себя. А вот у меня, кстати, есть такие конфетюшки, мне друзья подарили, приезжали на выходных. Я их уже, конечно, ополовинила, оприходовала с Костиком, но Костя меньше, в основном я. Последние дна, 4 уровня вот таких вот корнющих, вкуснющих конфеток из Костка. Так что сейчас время конфетки с кофе. Ями. Я переоделась, кофе допила. Проверила. Фейсбук мне продолжает писать. Делала сегодня кое-какой проект в честь Movember. У меня была специальная подстрижка моей мужской модели. Была сделана такая трансформация с длинных волос в более такую среднюю длину. Сейчас дети хотят панкейки. У меня на тему панкейков, панкейкс, как говорит, панкейкс, был вопрос, точнее запрос от моего подписчика, его зовут Алексей, по-моему, если не ошибаюсь, он спросил, говорит, Инна, делаю, все делаю, никак не получаются красивые такие, спонж такой, да, чтобы был красивый, как губка. Ну, во-первых, у меня есть два рецепта. Один — это готовая смесь, которую я покупаю, там ничего не нужно делать, разбавляешь с водой просто и вливаешь на сковороду. А второй рецепт я делаю... ну, сама полностью тесто. Я не использую кефир, потому что у меня его никогда в доме нет. Кефира я использую. Вместо кефира у меня идет молоко, сметана, немножко майонеза. Вот эти три продукта, это как будто бы для меня как заменяют кефир. Ну, там яйца, молоко. В тот момент, когда я буду делать ручные панкейки, я думаю, что в скором будущем я их буду делать, я покажу, как я это делаю. Но просто вот спешу сказать, что...
Вот я сейчас буду делать из пачки. Вот. Катя, оставь его в покое. Вот. Вот эти буду делать. Сзади здесь есть инструкция. Я, конечно, небольшой поклонник таких уже готовых смесей, потому что там все-таки есть разные добавки. Ну, иногда можно. Сейчас я сделаю примерно на 2 стакана смеси. На 2 стакана смеси. Панкейки покажу вам, как получится. Видите, я добавила воды. И вымешиваю. Надо добавить еще, я добавляю еще. Там есть пропорции. Я обычно стараюсь делать все по пропорциям и все по инструкции, что я поняла, что это реально работает, если ты импровизируешь, когда у тебя есть инструкции по каким-то вот приготовлениям полуфабрикатов, но именно с панкеками у меня почему-то они получаются слишком жидкие, если я делаю по их инструкции, поэтому я делаю на глаз, я добавляю по чуть-чуть воды, вода из крана, вода у нас хорошая в нашем городе, поэтому мы и пьем из крана, готовим из крана, все у нас на воде из крана. Да что у меня такое? Блин, сломалась одна, а сейчас вторая сломалась. Ну, все ломается когда-то. Вот у меня на выходных сломалась одна штучка, сейчас вторая. Надо новые купить. Все когда-то ломается. Все делаем, чтобы комочки разошлись. И даем ему постоять. Вот оно постоит. Немножко такие пузырьки можно будет увидеть. Здесь все заработает. Пока оно будет настаиваться, я ставлю сковороду разогревать. И наливаем масло. И готовим. Наливаем маслица. Раскаляем это все дело. Так, уже у нас разогрелось, и выкладываем. Можно делать разные абсолютно размеры, как вы понимаете. Но просто маленькие для детей более удобно. Для взрослых прикольно большие. Так, эта сковорода маленькая, поэтому маленькие панкики. Ну и пошла жара. Пошла жара, готовим тарелочку, на которую будем выкладывать их. Спатула. Жарим. Вообще они по рецепту говорят, что 2 минуты с каждой стороны нужно. Вот 2 минуты это очень много. Вот, даже если по их рецепту разводить, получается очень... Короче, пригоревшие и очень прям пересушенные такие. Уже готовы панкики. Так. Садимся, кабулечка, давай прибери. Вот это прибери, то, что ты здесь разложила. Поставь в сторону, мы их сменим. Давай мы сначала покушаем, потом. Потом у тебя... И Доша, здесь все сейчас... Ой, боже мой. Так, и варенье. Габи, закрой, пока ты молоко не разлила со стакана. Сейчас, подождите, вы же еще без ничего едите. Сейчас я еще дам ложки варенья. После панкиков кусим яблочками.
Пожалуйста. Так, давай включим свет. Где теперь твоя одежда? Та-дам! Габина одежда теперь в шкафчике, да? Да. My morning was in the dress shop. I'm not gonna wear in the store. Ну, потому что я еще не дошла, Эдо. Что, уже так быстро ты закончил? Да, я отвоспись. Габи, не надо, пожалуйста, разламывать. Габи теперь будет с мамой в папиной комнате, потому что она здесь с бабой Валей будет жить 2 месяца, да? Мама застелила. Hello, Kitty, твоя кроватка теперь здесь, игрушечки здесь. Я not setting up. Я просто поставила, чтобы все тепло было, Габи, да? Габи нравится все? Так это уже было beautiful. Что это же? Это нужно, это бабы Валины вещи, мне нужно сейчас еще разобрать. Ладно, Эдуш, иди дальше поиграй, сынок, дальше. On it! Даже если ты хочешь сломать пол, то ты, конечно, можешь прыгнуть и оказаться в бейсменте сразу. Сплэш! Так, здесь у нас... Тихо, Габи. Здесь у нас будет матрас. Мы здесь будем спать, здесь будет... не надо, Эдуш, вы сейчас сломаете и этот этаж, и этот матрас, пожалуйста. Иду, иди играть. Я тебя послала играть. Я зашла сюда людям показать. Габи, не прыгай, пожалуйста. Слезь. Вот Габины работы висят здесь. Это с ее дня рождения. Это совочки она тоже делала. Там этот чайничек она делала. Есть еще работы, которые надо в рамочки вставить. Габи, что здесь вот этот делает стаканчик, который я вчера давала? А ну, убери это на кухню. Иди забери это, пожалуйста. Унеси отсюда. Да, зайка. Спасибо. Не, здесь ничего нету. Это мама освободила полочки нам с папой. Здесь поставить наши вещи. Вот наша старая фотография. Габи нашла. Габи нашла и поставила ее здесь. Это я не знаю, какой год. 2005, по-моему, это год. 2005. Да я рисовала тебе эту балерину. Да, это баба Ната тебе коняшку вышивала. Но она на самом деле еще нам вышивала с папой. Я еще очень рада, она мне показывала. Вот здесь мы ей сзади прибили. Вот, Габи, у тебя, кстати, полотенечко я тебе достала. Тебе Орли, кстати, дарила полотенечко, да. Полотенечко. Это полотенце. Да, я слышала, сыночек, дальше следующий пис. Да, это будешь, когда мыться сегодня, оденешь потом это полотенечко. И тут висят, короче, все ее вещи. Нет, это надо даунстерс, да, Габи, отнести. Здесь висят, короче, все вот штуки. Это очень удобно за дверью. И там можно вот это вот вешать, и ничего не видно. А еду в комнате я тоже хочу сделать. А вот здесь, сзади, за дверью. Вот такая стена, почему висит на двери. Вот, а ему очень неудобно доставать. Он очень небольшого такого роста. Вот здесь прям за дверью повесить вешалочку, тоже полотенечко вешать, там какие-то кофточки с капюшоном. Вот так вот. Так, что тут происходит? I need a smaller Lula. This Lula's too big. Это не too big, это too small для тебя. Really? Да, это too small, это для Габи нормально, и то уже, наверное, не очень. That's for like 90-year-old Hatties for me. Да, у мамы сегодня разные соксы, потому что мама не могла найти пару после стирки. Но тебе это нравится, да, Габи? Когда у мамы так. Ты тоже любишь иногда в разных носках у нас походить. На самом деле это в первый раз в жизни, просто у меня нет на самом деле пары от оранжевого, у меня нет от этого. Thank you.
Молодец. Так, вот здесь. Так, это мусор здесь можно будет выбросить. Это Габи делала работу. Тоже одна из работ. Листочки учились они рисовать. А потом еще такой домик они делали. Рисовали. Такую кисюньку. Кисюньку с рыбкой в аквариуме. Собачку вот такую. И до чем вы занимаетесь? И вот эту принцесску тоже. Это вот. Так что вот это надо так в рамочке тоже в ее комнате. Love her. Love her. Не she. Бали! Да, зайчик. I want to look. You want to look yourself? Нет, это только... Не, не надо так крутить, Габуля. У людей будет крутиться голова. Какую Габи, да? Дай, Габи, дай. Что, что, что? Какого числа выезжает из Шенца и летает в твою маму? В пятницу. В пятницу? Да. Как ты считаешь, если твоя мама придет в пятницу?